Есть все основания полагать, что смерти связаны с выросшим в Южном Техасе уровнем преступной деятельности. Принимаются все меры, чтобы ответственные за недавние убийства были найдены и привлечены к ответу. Власти заявляют, что за последние пару месяцев уровень преступности вырос более чем на 60%. Ночь страха. Противостояние. Советую быть осторожнее. На улице много бандитов. Тик-так.